Стартапом считается новый коммерческий проект, который создается с целью получения прибыли от бизнеса после его успешного развития. У студентов СГУ таких проектов десятки, и в выборе тематики ребят не ограничивали. Направления гуманитарные, экологические, социальные, технические и технологические, то есть все те, которым обучают в опорном вузе края. Темы разные, но все связаны с развитием Сочи. Студенты предлагают оптимизировать экономическую деятельность предприятий курорта, заняться популяризацией безбарьерной среды для развития туризма среди инвалидов. А вот второкурсница Василиса сегодня презентовала новый способ для испытаний построенных зданий. Студентка СГУ рассказала экспертному совету о физическом моделировании с помощью 3D-принтера. Ее идея позволит избежать проведения испытаний на реальных строениях, а эта процедура, как известно, не из дешевых. Поскольку сейчас набирает популярность использование 3D-принтера в различных сферах, мы решили попробовать напечатать здание на 3D-принтере, приблизительно так оно будет выглядеть, и уже на нем проводить испытания. Плюс этого в том, что мы можем испытывать не только здание, только построено, то есть без всяких дефектов, но и заложить в него уже дефекты, просто какие-нибудь гипотетические, либо которые возникают в ходе использования зданий. Мы рассматривали пока только теоретическую часть. Сейчас у нас появилась возможность напечатать на 3D-принтере, и надеюсь, что вот тут смогу уже его реализовать. Помощь в реализации стартапа Василисе могут оказать так называемые бизнес-ангелы. Это инвесторы, готовые вкладывать свои личные средства в перспективные проекты. А у студентов СГУ масса коммерческих идей. Фарсосессия – это, ну, если очень кратко, предположительно, такой своего рода мозговой штурм по определенным методикам, технологиям, на котором мы будем прорабатывать стратегию развития Сочинского госуниверситета как опорного вуза региона. Поэтому вот это мероприятие, на мой взгляд, позволит объединить усилия и вуза, и показать студентам, что их деятельность может быть полезна как и городу, так может быть и региону, а может быть и России, почему нет. Также в рамках конференции, которую проводит организация «Море идей» в Сочи, она занимается формированием инновационной экосистемы, состоится отбор резидентов в бизнес-инкубатор. Он откроется на базе Сочинского госуниверситета, чтобы помогать студентам прорабатывать свои бизнес-идеи. Для новичков это уникальная возможность получить рабочее место в коворкинге или персонального наставника. Татьяна Говоркова, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.